Вот и настал тот день, вы его ждали и дождались. Всем привет! Всем здравствуйте, в студии Яна Попова, Владимир Быстрых и Евгений Зимник. Сегодня 30 октября, вторник. А такие нарядные мы не случайно. Для тех, кто не помнит, 16 октября у телекомпании «Актис» состоялся 26-й день рождения. И именно по этому поводу мы решили разыграть 26 подарков от наших спонсоров. Конкурс проходил на площадке социальной сети Instagram на нашей официальной страничке New Day Actis. А ваша задача была простая. Вам нужно было подписаться на нашу страничку и на всех 26 спонсоров. Открыть страницу, чтобы мы могли добраться и проверить правильность всех подписок. Ну а прямо сейчас мы узнаем, кто же станет обладателем того или иного подарка. Сделаем это мы при помощи нашей постоянной юной телезрительницы, при помощи вот этого барабана и бумажек, на которых написаны те заветные номера. Волшебные бумажки у нас. Счастливые бумажки у нас, а не волшебные. Именно эти номера были присвоены вам в социальной сети Instagram. Ну и давайте сделаем это буквально прямо сейчас. Немного терпения, и все случится, но пока Вероника Кондратьева в рубрике «Ну и денек». Всем привет! Держу пари, что вам не терпится узнать, а какой же сегодня праздник. У нас же с вами каждый день имеется повод что-то отметить, и сегодняшний вторник не исключение. Сегодня праздник хранителей города. Причем речь идет не про людей и даже не об охранных организациях, а про крупных хищников, ну или почти они. Думаю, если не в жизни, так в кино вы видели каменные статуи львов. Так вот, они и несут в себе миссию охранять города. В Ангарске лично я не встречала статуи этих животных. Разве что волк из мультика у нас есть и малоархитектурная форма сурка в шляпке. А нам и не нужны никакие львы, у нас ведь есть Тимур и его команда. Ну почти Тимур и почти команда. Городской штаб «Тимур» в 1985 году взял под контроль городской дом ребенка. Эта операция называется «Добрые руки». Тимуровцы в лице школьников города собирали книги, игрушки, а также девочки вязали теплые вещи для малышей. Помощники, надо сказать, помогали не только детям. Также они оказывали помощь пожилым людям. В общем, всем, кто в этом нуждался. Хочу заметить важную деталь. Оказывается, в нашем Ангарске живут настолько смелые мужчины, что даже каменные статуи охранников с ними не сравнятся. Вы только послушайте, какие хобби-конкурсы проводили для ангарчан в 1988 году. В целях выявления лучших охотничьих трофеев, добытых при охоте на диких животных и повышения культуры охоты, объявляется конкурс. На конкурс принимаются рога лосей, оленей, косуль, баранов, клыки, кабанов, черепа и шкуры медведей, а также другие трофеи. Скажу сразу, я не одобряю охоту. Да, охота своего рода несет в себе историю и мужественность. Но сейчас 21 век, современные мужчины делают себе маникюр и различают название одежды. Мужчины меняются, и их интересы тоже. Но в 80-е годы была популярна не только охота, но и рыбалка. В газете от 1985 года даже есть забавная история. Один рыбак был очень зол на медведя. 16 сетей за одну ночь испортил. И в отместку мужчина решил подкараулить воришку рыбы. 3 дня просидел, и вот он Мишка. Но перед тем, как наказать вора выстрелом из ружья, рыбак решил понаблюдать за действиями косолапого. Медведь лапой вытащил сеть и одну за другой поедал рыб. Но некоторые из них он прятал себе под зад. Короче говоря, итог всего рассказа таков. Мужчина хоть и разозлился на зверя, но так и не решился убить его. Просто выстрелил в воздух и грозно прикрикнул, чтобы тот убирался вон. Но куда забавней то, что Мишка, который оставлял у себя под задом рыб для следующих трапез, даже не замечал, что рыба соскальзывала обратно в воду, а тот в недоумении, где же вся его еда, снова и снова доставал сети бедного рыбака. Такие вот у нас мужчины живут в городе. Настоящие охотники, рыбаки и защитники. Так что не нужны нам никакие каменные львы для охраны города. Всем до завтра. Пока-пока. А мы напоминаем, что сегодня программа «Новый день» разыгрывает 26 классных подарков в честь дня рождения телекомпании «Актис». И вот мы уже не втроем, к нам присоединилась маленькая, красивая участница, наша телезрительница Вероника Крюстюкова. Вероника, здравствуй, привет. Привет, Вероника. Ты на каникулах сейчас? Да. Посмотри, Вероника, видишь, Ильяна с легкой завистью на тебя поглядывает, потому что ты ей прямая конкурентка. Ну вот такая бабочка, посмотри на себя. Моложе, белее. Да, и моложе, и белее. Прям светишься, молодец. Придется держать ухо востро. Вероника, тебе сегодня выпала честь решать судьбу участников нашего конкурса. Ты рада? Папа сказал, что нас постоянно смотришь, правда? Теперь посмотришь из себя по телевидению. Смотрите, у нас с вами образовались такие классные дуэты. Мы с Вероникой. И все. И дуэт пенсионный фонд.
Порядок нашего розыгрыша будет происходить следующим образом. Вероника будет доставать из барабана ту или иную бумажку. На ней будет написана цифра. Цифра будет соответствовать номеру участника, а в том порядке, в котором мы будем проходить, мы будем вручать подарки согласно нашему инстаграм-посту. Вероника первоклашка, и слава богу, читать и считать она уже умеет, именно поэтому озвучивать, что там написано, будет она самостоятельно. Я предлагаю начинать. Давайте, самое интересное. Кстати, мы решили, чтобы все было абсолютно честно, и ни у одного из наших инстаграм-пользователей не возникло даже подозрения на какой-то обман. Мы будем весь наш розыгрыш вести в прямом эфире. В розыгрыше 26 подарков от Актиса приняло участие 128 человек. Перед тем, как мы присваивали всем номера, на соблюдение всех условий мы людей проверили, поэтому сейчас надобности проверять заново их нет. Да, ну и мы готовы начинать. У нас прямо сейчас Вероника уже волнуется немножко, а я давайте вам представлю, какой же у нас будет первый подарок. Итак, это будет подарок от медицинского центра «Ракурс». Это сертификат на сумму 3000 рублей и очень даже классный первый подарок. А мы продолжаем, друзья. И сейчас, чтобы было удобно смотреть нашим зрителям в Инстаграм, мы установим на штатив наш телефон и будем вести прямой эфир. Вова, держи. Спасибо. Вова, у Вовы прозвище в наших кругах штатив. Ты будешь ставить? Так я же штатив. А, ты штатив. Вероника, так я себя снимаю. Жень, ну ты вообще, короче... Вероника, ну давай, крути барабан. Так. Капец. Стоп. Доставай. Барабанная дробь здесь у нас все, такая. Ребята, вот. Мы напоминаем, что разыгрываем сертификат на 3000 рублей от медицинского центра «Ракурс». И этот сертификат достается первому участнику. Давай мы сразу сейчас узнаем. Это номер, давай покажем в камеру, Вероника. И говори, это цифра... 9. Либо цифра... Нет, это цифра 9. Это цифра 9. А цифра 9, и это пользователи с никнеймом SweetCherry1611. Если вы нас сейчас смотрите, 16.11 с вечери, мы поздравляем, вы получаете подарок. От медицинского центра «Ракурс» на сумму 3000 рублей. Все, давай уже используем бумажку. Здрасте. По традиции, счастливые бумажки съедает Вова, а мы продолжаем. Давайте, я пошел. Следующий подарок, Вероника, крути. Итак, следующий подарок – это сертификат на 1000 рублей от службы доставки пиццы «Ирини». Ой, обожаю пиццу. Сейчас кому-то достанется сертификат на пиццу. И это номер… Бумажка тоже, кстати, вкусная. 35. Это Анютка Симоненкова. Или Симоненкова, или Симоненкова. В общем, разберемся в акцентологии с этим. Анют, к вам достается сертификат на сумму 1000 рублей от службы доставки пиццерини. Наш следующий подарок – сертификат на сумму… Давай, бумажечку. Вова будет. Я буду, да, их кушать. Сертификат на сумму 1500 рублей от кафе «Оливка». Так, крути, «Оливка». Вероника. Далеко «Оливка» отсюда, Вова, находится? Расскажи. Ты знаешь все кафе в Ангарске? Особенно «Оливку» знаю. 29-й микрорайон. Вове не хватает еще, знаешь, усов. Не хватает Риммы, да, как у Кубовича. Так похож? Тогда выносите варенье мне и тортики. Соленье. Да. Вероника, номер. 106. Это же 10Б. 106. И номер 106 у нас принадлежит пользователю с никнеймом Чет2015НАТО. Сразу видно, что с ангарского человека. Это сразу же понятно. Чет НАТО, вам достается сертификат на 1500 рублей. Не, вообще никнеймы в Инстаграм — это особенная вещь. Люди их делают, это... Вам достается сертификат на сумму 1500 рублей от кафе «Оливка». Следующий подарок — это кафе «Саквояж». Они дарят сертификат на 1500 рублей. Я думаю, кафе «Саквояж» в целом подарок. Вот. Кто же отправится у нас в саквояж, прямо сейчас мы узнаем. Вероника без устали крутит барабаны, достает следующую бумажку, громко читает нам номер, ну а все мы устремляем свои взгляды в мой телефон, потому что именно там у нас каждый пользователь со своим номером. Озвучу, Вероника. Разворачивай, поможем. Это же по порядку, с самой первой циферки. 1, 2, 3. Спасибо. Или, как говорил мой учитель математики, 123. И это пользователь Татьяна Ололош. Ололош, прошу прощения. Татьяна Ололош. Вам достается сертификат на 1500 рублей от кафе «Саквояж». Поздравляем. Правильно, кстати, говорить «Ололо клади».
Мне кажется, к концу розыгрыша Вероника будет стихи читать, а ее мама должна будет сирене принести сюда в студию, нет? Ну, все неплохо. Давай. Вероника уже поняла, кому нужно. Вот, ты сохраняешь номерки, а то кто тебя знает? Я как гардеробщица всегда сохраняю номерки. Прекрасно. Вероника, давай, включи следующий. А пока мы озвучим следующий приз, наш подарок достается следующему пользователю. Это у нас подарок какой, Ян? Это сертификат бренда дизайнерской одежды Рёних на 1500 рублей. Рёних. Дизайнерская одежда. Класс. Это почти то же самое, только на конце не тройка, а восьмерка. Какой номер, Вероника? 128. Молодец, 128. Друзья, кстати, интересный момент, что это был завершающий номер этого человека, который последним поучаствовал в нашей игре. И это пользователь с никнеймом Mary Juice. Mary Juice. О, она меня смотрит. Да, о, Mary Juice, Juice, мы вас поздравляем. Это... Вам достается сертификат на 1500 рублей от бренда дизайнерской одежды Рёних. Mary Juice — это сок из Маши, да? Все? Итак, сертификат на прокат ростовой куклы на сумму 1500 рублей, которая, кстати говоря, наверняка понадобится на детских праздниках, утренниках, от Вячеслава Прошина и его бренда «Маскирадик» достается. Вероника, крути. Какой бы, Ян, ты бы выбрала костюм себе на Хэллоуин, если бы вот тебе можно было? Ростовой именно. Ростовой? Ну да. Дай угадаю. Гусеница? Да. Здорово. И номер... 64. 64. Давай, это Вероника, пользователи с никнеймом Pronin301. Pronin301. Вам достается сертификат на 1500 рублей на прокат ростовой куклы от Вячеслава Прошина и его бренда «Маскер». Сейчас будет приятный сюрприз для автомобилистов, потому что «Мойка Кёрши» разыгрывает сертификат на сумму 1500 рублей. Ого, на 1500 рублей можно, кстати, помыть машину, потом замарать, еще раз помыть и еще раз помыть. И номер... Барабанные палочки. Счастливчик, который будет ездить на чистом автомобиле. 38. 38, друзья, это как наш регион. И как возраст Владимира, 38. Никнейм Оленька Сергеевна Смирнова. Молодцы, как Оленька Сергеевна. Вы прям четко подошли к написанию никнейма. Мы сейчас знаем, как вас найти. Еще чуть-чуть информации, можем даже ипотеку на вас. Я просто знаю, что нужно добавить. К ней нужно добавить серию номер паспорта, чтобы вообще никогда не забывать. Оленька Сергеевна Смирнова. И там 25-17 там. Вам достается сертификат на сумму 1500 рублей от мойки Кёрша. А у нас следующий подарок — это подарок от наградной сувенирной мастерской. Нанесение любого изображения на посуду, брелок, чехол, одежду по вашему заказом. Вов, ну ты бы какое вот нанес изображение на кружку, чтобы она тебя радовала каждый раз, когда чай пьешь? Я бы нанес... Яна подсказывает новый день, но ты можешь было сказать свой вариант. Я скажу свой вариант, я бы, конечно же, нанес новый день, потому что это моя любимая передача. Понятное дело. Вероника, крути. Вероника, как тебе вообще крутится барабан, расскажи. Легко. Легко? А что сложнее, крутить барабан или читать циферки, которые там написаны? Циферки. Ну давай я буду за тебя это делать. 112. Покажи в камеру, да. 112. А тем временем я уже готов прочитать, что номер 112 у нас принадлежит абоненту Балуева У. Жень, вообще в Инстаграме это пользователь называется. Хорошо. Как правильно сказать? Пользователь. Вова, пользователь. Балуеву 55. Это... Женщина или мужчина? Это ну, женщина. У. Балуева У, Балуева, наверное. И либо это Балуев АУ. Два варианта. В общем, пользователю с таким никнеймом достается сертификат от Ангарской сувенирной мастерской. Награда на нанесение любого изображения на посуду, брелок, чехол, одежду по вашему заказу. Ну а наш следующий подарок — это сертификат на сумму 3000 рублей от фирмы «Ладвери». Можно дверь заказать себе на эту сумму. Да, причем не большие. Ух ты. Так, барабан раскрутили. Достаем очередную счастливую бумажку и узнаем, кому же достается сертификат от Ладвери. 72. 72. Ребята, это пользователь... Все правильно? Пользователь Рина Абра. Сначала две Р, в конце две А. Рина Абра. Пользователи с таким никнеймом достаются сертификат на сумму 3000 рублей от фирмы «Ладвери». Ну а мы переходим к следующему подарку. Это сертификат на целых 5000 рублей. Ого. И дарит нам его фирма премиум, дверей премиум класса «Альпорт». Друзья,
кому же достанется 5000 рублей. Давай, счастливой рукой, Вероника, доставай. А мы посчитали и сделали вывод, что подарки у нас сегодня получит почти что каждый пятый участник конкурса. Да. А общая сумма у нас какая призовая по призовому фонду? Яна. Общая сумма призового фонда практически 50 тысяч рублей. Круто, представляете, сейчас буквально за... 98. Мы разыграем. Просто Вероника наплевала на твои комментарии. 98 номер. Александр Иванов. Александр Иванов, мы вас поздравляем. 5000 рублей отправляются к вам. 5000 рублей в формате сертификата на... На что? На двери премиум-класса. Жень, просто у нас в ангарске так, что ты сказал, тебе, возможно, придется сейчас человеку 5000 рублей отдать. А если сегодня не отдашь, то может быть и 10 уже. Александр, вам достается сертификат на сумму 5000 рублей от фирмы дверей премиум-класса под названием Альпорт. Ну, а у нас следующий подарок, и он очень актуален. Вот ты говоришь, когда Альпорт, Вова хочет прыгнуть. Я думаю, сразу телек какой-то, да. В общем, наш следующий подарок очень актуален, тем более в разгар учебного года и каникул. Это сертификат на сумму 1000 рублей от фирмы Продолит. Ой, да, это, конечно, здорово. Крути, Вероника. Мне кажется, всегда актуально. Вероника, ну, рассказывай, да. Как в школе тяжело, ты ведь первоклассница. В садике лучше? Ух ты, Вероника. В садике лучше. Почему? Там поспать, да, можно? И уроки нельзя. И уроки. А в школе что, нельзя было спать? 61. 61. Пока вы отвлекаетесь от основной нашей части, Вероника молодец, она темп не сгоняет. Номер 61. И это пользователей Текая. Текая. Это пользователь с таким никнеймом достается сертификат на 1000 рублей от фирмы Продолит. Поздравляем. Билеты в кино на сумму 600 рублей от кинотеатра Мега Синема. Наш следующий подарок. Поэтому, Вероника, давай мы его определим. Кто у нас в ближайшее время пойдет в кино? Что, вдвоем точно можно сходить, да? Даже еще 100 рублей останется. На попкорн. А по вторникам билет 150. 43. Так четвером можно сходить. Номер? Но без попкорна. 43. Решайте сами, с сестрой или с попкорном. Номер 43, Жень, давай. Номер 43 это Федосеева Елен. Федосеева Элен. Федосеева Элен, вам достается сертификат на сумму 600 рублей от кинотеатра Мега Синема. Продолжаем. Мы ровно половину розыгрыша провели, ребята. Все, у нас экватор. Отметим? Отметим это все дело гороскопом, потому что, возможно, кто-то из вас сейчас посмотрит, что же его ждет впереди, и узнает, что ждет его розыгрыш. Гороскоп на ваших экранах. Гороскоп на 30 октября. Овен. Благоприятный день для творческой активности. Ваши идеи могут привести к успеху в будущем. Телец. Ваша нагрузка возрастает. Ожидается много новостей, звонков, визитов, просьб и требований в ваш адрес. Близнецы. Это время завершения ранее начатого. Лучшей позицией будет способность взять на себя самые трудные участки. Рак. Следите за порядком в документах, с которыми имеете дело. Для того, чем вам нравится заниматься, выделите время вечером. Лев. На первое место поставьте работу и уделите внимание тем делам, которые создадут ощущение порядка и организованной жизни. Дева. Нужно набраться терпения, чтобы использовать энергию на достойные вещи. Избегайте споров. Весы. Вы охотно займетесь спортом, если будет подходящая компания. Используйте все возможности разрядить обстановку. Скорпион. Формируются ваши материальные перспективы, но все требует терпения и умения налаживать связи с самыми разными людьми. Стрелец. Выбирайте новые ориентиры. В ближайшие дни прозвучат интересные предложения или появятся новые идеи. Козерог. У вас будет много текущей работы, но этот день принесет и достаточно много свежих, позитивных впечатлений. Водолей. День может оказаться продуктивным, если удастся полностью окунуться в работу, учебу или другую самостоятельную деятельность. Рыбы. Все движется по накатанной колее, и вам ничего не надо менять, лишь поддерживать, направлять и следить за нюансами. Продолжаем наш призовой розыгрыш, в котором сегодня каждый четвертый практически является победителем. Очередной подарок сейчас у нас на кону уже, и вновь мы готовы раскрутить барабан, а Яна нам расскажет, что же мы разыграем.
Яяна. Сейчас на кону самый дорогостоящий подарок из всех наших подарков. Это телескоп на сумму 5900 рублей от торгово-развлекательного центра Мега. Вероника, крути. Прям настоящий телескоп. Настоящий, можно назвать. Вот, ты мечтала о телескопе? Да подождите, если бы я знал, что там есть телескоп, я бы сам участвовал. Да тебе нельзя, я хотел поучаствовать. Вероника, ты смотрела как раз телескоп на звезды? Смотрела? Хотелось бы, наверное, красиво. А вот если бы участвовала в нашем конкурсе и была бы под номером 14, то возможно... Барабанные бы... палочки? 14. Номер 14. Не имейте в виду, это барабанные палочки, это Яна не про номер, это она про звук барабанной дроби. А, номер 14, Орлова Натали. Ура, Орлова Натали, мы вас поздравляем, вы выбрали телескоп на сумму 5900 рублей от торгово-развлекательного центра Мега. Итак, у меня всего два вопроса. Первый, какой же у нас будет следующий подарок, и второй, кому он достанется? Мы разыграем следующий подарок для дам специально, и это будет ультрамодное серебряное колье с камушком на невидимой лески, вот ювелирной. А, это как будто вот здесь вешает, и кажется, что оно внедрено в кожу, да? Внедрено. Вот так вот внедрено. Ага, вот, точно. Посмотри. Подожди, так это внедрено или? Нет, это невидимая леска. А. Это то, о чем речь. Кому же достанется колье от ювелирной фирмы «Изумруд»? Сейчас Вероника нам ответит. Вероника знает ответы на все вопросы и номер... 68. И внимание, пользователи с никнеймом 2М морковка 7. Серьезно? Да. Или ты придумаешь, у тебя фантазия такая странная. А, правда, 2 морковка 7. Это не морковка, а морковку, фамилия же. А, на конце. А, это я не помню, что морковка 7, действительно. Пользователь с таким никнеймом достается серебряное колье с камушком на леске от ювелирной фирмы «Изумруд». Здорово, друзья, и очередной сейчас счастливчик у нас получит следующий приз. У нас вновь подарок для девушек, и это сертификат на сумму 3000 рублей от салона «Шоколад» на макияж и... Шоколад. И прическу. Давай узнаем, кому достанется Вероника. Ты любишь, Вероника, прически делать? И мама часто делает? А, Вероник, нет? Ты обижаешься на нее? Папа делает прически? По утрам в школу. Папа, да. Я тоже делаю ребенку прическу, она там посильнее, такой шик, и все, 23. И 23. 23 – это пользователь с никнеймом Зарубина Ната. Зарубина Ната. Наталья, вам достается сертификат на сумму 3000 рублей от салона красоты «Шоколад» на макияж и прическу. Будете еще прекраснее, чем есть. А, наш следующий подарок достаточно необычный, и это картина с вашим изображением и сертификат на сумму 2000 рублей. Это все дело подарит наш спонсор, мастерская художника. У кого же будет открывать и висеть собственный портрет? Сейчас узнаем. Я бы тоже такой подарок сделал. Мне тоже кажется, что прикольно, необычно. Номер? Один. Ух ты! О, номер это, ребята, один. Самый оперативный наш телезритель, и у него никнейм Санасталарова, 95. Пользователю, в общем, под номером 1 достается сертификат на сумму 2000 рублей от нашего спонсора, мастерская художника. Можете заказать картину со своим изображением или с изображением своих близких. Вот 95. Станиславарова 95. 95, скорее всего, это год рождения, да? Видимо, да. Ну, не возраст. Ну, 100%. Хотя, кто знает, Инстаграм такая штука. Друзья, знаете вот эту песню Сансара, да? Таков закон Сансара. Сейчас мы будем разыгрывать подарок от Самсары. Это будет сертификат на сумму 2900 рублей, и это наш 18-й подарок. А Самсара это? Спасал он. Крути, Вероника. Кто же пойдет релаксировать? Сейчас узнаем. Говорят, кстати, в поле чудес барабан стеклянный и тяжеленный. У нас, видишь как, все быстро. У нас тоже стеклянный. Конечно. Вообще у нас барабан с поля чудес, кстати, если вы не знали. Номер какой, Вероника? 125. Так, 125. Это у нас конец списка. И это Екатерина Попова, 1621. Екатерина, вам достается сертификат от салона, от спа-салона Самсара на сумму 2900 рублей. Ну а следующий наш подарок, ну, очень полезный и очень нужный, особенно для Жени, который давненько не был в спортзале. Это сертификат на сумму 2500 от Fit Studio. Это на сколько мне бы хватило? Ну, примерно на бицепсы, на 1,5 килограмма лишнего веса тебе бы хватило это. Вероник, давай. Кто у нас пойдет спортом заниматься скоро?
Я в фит-студию хожу, кто-то скоро появится. Единомышленник у меня, так говорится. Так это ты так 96. Просто, да? Приходишь куда-нибудь? 96. Или 69? 96. Что первое сказала, то и есть. Жень, 96 это номер. Итак, друзья, номер 96. И пользователь с неймом Kansas Line. Что вы так на меня смотрите? Я не знаю этого пользователя. Это не ты, Kansas Line? Нет, это не я. Пользователь с никнеймом Kansas Line достает сертификат на сумму 2500 рублей на месяц в сеть фитнес-клубов Fit Studio. Надо подкачаться, надо Жень, подкачаться. Жень, ты классно, что поешь песню, потому что следующий подарок для тебя тоже будет очень полезен. Потому что это не что иное, как процедура, сертификат на наращивание волос и такие процедуры, как ботокс, кератин. И все это, конечно же, для твоих волос. Так что твой хохолок может быть теперь идеален. Ребята, мой хохолок может быть идеален, и волосы будут длинные. Сертификат на сумму 1500 рублей от мастера Натали разыгрываем. Давай, Вероника, крути. В общем, как вы понимаете, что все сертификаты, которые вам ко двору не придутся, вы можете мне передавать, я все использую. 89. Сертификат на сумму 1500 рублей от мастера Натали на наращивание волос, также процедуры ботокса и кератин достается пользователю под никнеймом Натали Жураковская под номером 89. От Натали к Натали, все классно. Ну а наш следующий подарок — это шикарный букет на сумму 1500 рублей от новой цветочной мастерской Камилы. Достанется он участнику под номером... Давай, верни, как ты. Верника вот не парится вообще. Бумажка, которая запала, она ее... 24. 24, внимание, 24. Это пользователи с никнеймом Настасья Захарова, 27. Настасья Захарова, 27. Вам достается сертификат на сумму 1500 рублей от новой цветочной мастерской Камила, что в квартале А. Приходите, заказывайте. Следующий подарок — это стильные серьги-перья, между прочим, ручной работы. От серьги-перья? Серьги-перья. Ну, серьга-перо — это ты, так ее снимаешь и такой хуч-хуч. По-ангарски. Стробей. Стильные серьги-перья от бренда Bergen Design. В нашем розыгрыше в Instagram фигурировало название Violet Wear. Сейчас название поменялось у бренда. В общем, стильные серьги-перья от бренда Bergen Design выиграет наш следующий подарок. Возможно, просто когда человек будет получать подарок, он еще раз поменяется. Нет, больше не поменяется. Так, серьги-перья кому? Явно кто-то очень старался, чтобы завернуть эту бумажку. 93. Серьги перья, 93 номер. Это у нас Иришка Войнова. А что так по-свойски, ты знаешь ее? Войнова, да. Так написано. Войнова. Ну вот Яна уточняет, она знает. Иришка Войнова. Я не знаю, я предположила. В общем, пользователи под номером 93, Иришка Хвойнова или Хвойнова, там ударение не указано, достаются стильные серьги-перья от бренда Bergen Design. Или как говорит Вова, Иришка. Это смешная шутка. Следующий подарок — макияж и прическа от топ-мастеров новой мастерской красоты Candy Bar. И достанется она следующему человеку. Один. Так, один номерочек, и счастливые цифры у нас... 22. Гуси-лебеди! 22. Чувствуете, да, кто из нас троих играл в лото? Гуси-лебеди — это Анна, тренер World Class. Анна, вам достается сертификат. Хорошо, что вы не выиграли сертификат в другой фитнес-клуб. Вам достается сертификат от новой мастерской Candy Bar. Сертификат на прическу и макияж от топ-мастеров в студии. Ну а сейчас поближе к экрану могут подходить люди, которые очень сильно любят пиццу, потому что следующий подарок у нас от компании Pittsburgh. Это сертификат на сумму 500 рублей. Вероника. Крутим. Она уже покрутила. Кому же достается у нас пицца? 39. Вероника так смешно говорит номера всегда. 39. Не так, говори как Вероника. 39. Не получается. Поломался голос, к сожалению, позавчера. Давай, мы все поняли. Савельева Евгения, 2015, 39 номер. Мы вас поздравляем. Ух ты,
Смотрите, как красиво. Вы выигрываете сертификат на 500 рублей от компании «Питтсбург». Ну, а вот если сейчас пододвинулись ближе к экранам любителей пиццы, но, к сожалению, не выиграли, то не отчаивайтесь, потому что следующий подарок тоже из еды, и это будет сертификат на сумму 500 рублей от компании «Сушивок», получается, на суши или роллы. Вероника, давай. Либо вот эта коробочка с лапшой, это же тоже относится? Не знаю, может быть, вок, нет. Вок, коробка. Наверное, да. Бокс-коробка переводится. Вообще-то, а не вок. 48. Половинку просим. Половину подарка просим. Ух ты, Иван. А, как думаешь? Тебе надо праздники вести. А помнишь, да, анекдот такой? 96 ем 1. Ну да ладно. Нет, не помню. Давай, Жень. Так, 48 и номер Банщикова А. Банщикова А, вам достается сертификат на сумму 500 рублей от компании «Сушивок». Ну а следующий сертификат вновь связан с едой. Это будет сертификат на сумму 500 рублей от ресторана бара «Пилснер». Давай, Вероника. Поехали. Ты как ты? Ресто-бар «Пилснер» пойдет проводить. Вероника, мне кажется, смотри, вот в определенный момент ты можешь понять, что ты можешь проводить мастер-классы по тому, как вращать барабан. Ты уже просто мастер вообще спорта. Поэтому, 67. 67. И это Березина 1604. Березина 1604, номер 67. Березина 1604, номер 67 пойдет в «Пилснер» в скором времени, потому что ей достается сертификат на сумму 500 рублей от бара-ресторана. Чуть не забыли разыграть подарок от компании «Модистка». Это курсы кройки и шитья. Итак, сертификат на сумму 1500 от компании «Модистка». Это курсы кройки и шитья. На сумму 1500 достается номер 122. Номер 122 – это пользователь с никнеймом Мари Кр. Так подписано. Марина или Мария, поздравляем вас, вы выиграли сертификат на сумму 1500 от компании «Модистка». Это курсы кройки и шитья. Поздравляем. Мы разыграли все 26 подарков специально ко дню рождения телекомпании «Актис». Не расстраивайтесь, те, кто не выиграл, совсем скоро, а буквально послезавтра у нас будет награждение победителей конкурса «Селфи с бабушкой». Генеральный спонсор этого конкурса – страховая компания «Колымская». У нас сегодня вместе с нами была прекрасная Вероника, она помогала нам. Я вообще сегодня собирался гараж поставить на учет, но вот так как к нам Вероника пришла, Вероника, это тебе. Ух ты! Спасибо. Вероника, ты молодец, спасибо тебе большое. Ну а всем тем, кто сегодня участвовал, вам спасибо большое, вы молодцы. Я думаю, что это не последний конкурс, который проводит новый день. Обязательно участвуйте, обязательно выигрывайте. И мы желаем всем вам удачи, все, пока-пока. Всем до свидания. Вероника. Ты звезда караоке, и в тебе дремлет шальная императрица? По тебе плачет шоу «Голос» и «Минута славы»? Тогда тебе к нам! В программе «Новый день» на телеканале «Актис» стартует новый музыкальный конкурс «Караоке Баттл». Принимайте участие и выигрывайте классные подарки! Ты любишь петь? Нет. Да. Люблю. Я люблю. Да. 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 Обожаю. Золотая чаша. Дэнса Фара Дэнса. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой. Ой, цветет калина. Эй, ты посмотри на меня, думай обо мне, делай как я. Отправляйте видео со своим исполнением на почту или отмечайте нас в социальных сетях. Гениальный спонсор конкурса караоке-клуб My Story.